Итак, всем привет, с вами я, Маша. И сегодня сделаю распаковку номер 3. Игрушки из Макдональдса. И кто это у нас, сейчас мы узнаем. Проверив распаковкой. Распаковочка. Распакуем сейчас игрушку. Мя! Игрушка. Так, ну-ка, у меня... Ой. Я порвала половину инструкции. И попалась она, игрушка из серии Винкс. Вот такая вот серия. Сейчас посмотрим на инструкции, что надо делать. Я порвала кусок. Ладно. Так. Ладно. Сейчас мы проверим, что здесь надо делать. Так. Сейчас мы раскроем этот пакетик. Раскроем этот пакетик. Вот. Ставим вот эту вот фигурку сюда. Так, вот так. Смотрите, вот она стоит на шаблон. Это наклеечки. Наверное, можно наклеить. Так, смотрим. Так, сначала нужно поставить, потом нужно вот эту штуку вот крутить. И там вылезут кадры. Потом нужно... Потом нужно взять одну наклейку и наклеить на... вот сюда, на вот эту карточку. И дальше что? Потом нужно опять что-то сделать. В общем, это блум, я так понимаю, крутится. Итак, всем пока, с вами была Маша. Ждите новых обзоров и распаковок.